Успей испытать свою удачу. Уже 73 человека получили по 100 тысяч тенге. Они уверяют, что это неплохой бонус к декабрьским праздникам. Грандиозная акция «Пиала. Национальная промо» подходит к завершению. Что нужно сделать для того, чтобы получить желанный приз? Об этом наш следующий материал. Хорошее настроение, ароматный чай «Пиала» и немного удачи. Именно так проходит каждое пятничное утро в студии, где разыгрывают денежные призы. Акцию транслируют в прямом эфире в социальных сетях, где с помощью рандомной программы выбирают победителей. Уже второй год подряд бренд «Пиала» проводит национальную промо-компанию, в которой может принять участие любой казахстанец. Мы можем сразу переходить к розыгрышу. Доброе утро, дорогие участники акции. Сегодня... И снова судьба дарит удачу. На этот раз может повезти именно вам. В этом абсолютно уверены победители прошлых розыгрышей. Примечательно, что фортуна улыбнулась им аккурат перед семейными праздниками. Удивлен больше, чем рад, то, что 100 тысяч тенге я выиграл. Как раз вот у меня день рождения у младшей дочери, как раз куплю подарок дочери, любимой. Обрадовался, потому что это как раз на день моего рождения, как раз мой юбилей, и мне позвонили и сказали, что вы выиграли 100 тысяч. Я сначала подумал, что это розыгрыш. Часто я участвовал, но никогда не выигрывал. А тут на день рождения такой подарок. Для того, чтобы принять участие в акции, вам нужно зарегистрировать специальный код, который находится внутри упаковки с чаем. Это можно сделать через приложение «В плюсе» или посредством отправки смс на номер 3775 и ждать прямых эфиров, которые проходят каждую пятницу в 10 утра. Акция «Пиала. Национальная промо» подходит к завершению. Нужно успеть зарегистрировать свой код до 15 декабря включительно. На сегодняшний день разыграно 7 миллионов 300 тысяч тенге. Уже 73 человека забрали свои денежные призы. Кроме этого, можно выиграть и другие полезные подарки. Аскар Миндыбаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.